Хо-хо-хо. Меня зовут Настя, и я оператор в компании «Видеодоска». Хочу поздравить всех наших клиентов или будущих клиентов с наступающим новым 2024 годом. Новый год – праздник, который положит начало, настроит мотивы и задаст темп грядущему году. Поэтому о том, как провести праздник, нужно задуматься заранее. В этом могут помочь различные приметы и обычаи. Например, считается, что если вы загадаете желание в новогоднюю ночь, то оно обязательно сбудется. Символом, кстати, грядущего Нового года станет зеленый деревянный дракон. Именно ему нужно загадывать желание. Ну а самым главным обычаем, конечно же, становится украшение новогодней елки, под которую Дед Мороз принесет всем их заветные подарочки. Знаете, мне кажется, чего-то нашей елочке точно не хватает. Я думаю, мы подумали об одном и том же – украшении. Давайте это исправим. Мне кажется, помимо шаров, на нашу елку обязательно нужно надеть новогоднюю звезду. Ну и напоследок, чтобы нашей маленькой елочке было не холодно зимой, нарисуем для нее гирлянды. И давайте скажем всем небезызвестную фразу «Раз, два, три, елочка, гори», чтобы наша красавица заиграла новыми красками. Итак, готовы? Раз, два, три, елочка, гори! Здорово! Мы зажгли с вами гирлянду на нашей новогодней елке. А вот и наши заветные подарочки подъехали. И действительно, вы можете подарить себе запись у нас в студии в зоне с видеодоской, записать лекцию или провести интерактивный вебинар. А может, вы захотите снять рилс в зоне интервью с поздравлением своих подписчиков. А для того, чтобы подарки были еще приятнее, напоминаю про акции, подробнее о которых вы можете узнать в описании. А я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом от всей нашей дружной команды «Видеодоска». Пока!